Срочно отключите вот эти три очень вредные приложения на своем смартфоне, которые собирают личную информацию с вашего телефона. Блин, давайте я покажу скорее, что это такое. Заходим в главные настройки, спускаемся ниже до пункта «Пароли и безопасность», ниже «Доступ к личным данным». Заходим сюда. Три бесполезных вредных программы. Смотрите, MSA, MIUI Demot, отчет. Все они отвечают за внедрение рекламы в ваш смартфон. Блин, вот зайдите, поддержите видео лайком, повторите все за мной. MSA, вот, отключаем, смотрите. Так, после отзыва разрешения, что мы сейчас делаем? Приложение прекратит сбор данных и удалит все свои данные серверов. Блин, супер, это как раз мы и делаем. Отзываем, все три отзовите, все остальное как бы нормальные программы, ничего плохого нет, вот эти три паразита. Также, друзья, зайдите в свой Telegram и справа сверху в строке поиска пишите эти три слова, переходите на канал, присоединяйтесь, тут топовые программы, премиум версии для вашего телефона, скачивайте все, что захотите.